Воротами надежды окрестили открывшуюся в Мадриде в 41-й раз международную туристическую ярмарку «Фитур». Первое мероприятие отрасли, проходящее вживую, хотя и с соблюдением строгих мер безопасности. В нем принимают участие 5000 профессионалов из более чем 55 стран, объединенные одной целью. Этой ярмаркой мы хотим внести свой вклад в восстановление туризма и вселить профессионалов этого сектора надежду. Также мы хотим начать предпринимать шаги, которые приведут все страны, в том числе и Испанию, а для нас туризм – очень важная отрасль, к восстановлению, пробудить желание путешествовать и убедить людей в том, что они могут путешествовать безопасно. Будущее туризма зависит от безопасности и устойчивости. Представители Доминиканской Республики, прибывшие в Мадрид, рассказывают о серьезных усилиях, предпринятых в области здравоохранения. Кто не мечтает отправиться на райские доминиканские пляжи? Но культурно-исторических достопримечательностей, природы, солнца и песка сейчас уже недостаточно. Остров стремится стать обителью более экологичного, инклюзивного туризма. Туристы хотят более экологичного окружения. Вся модель переосмысливается. Диверсификация направлений будет иметь фундаментальное значение. Когда мы говорим об устойчивости, мы, конечно же, имеем в виду окружающую среду. Но мы думаем также о людях и о культуре. Если люди не принадлежат к этой туристической зоне, то им безразлично, что в ней происходит. Поэтому модель, которую мы избрали, основана на принципе инклюзивной устойчивости. Но чтобы насладиться безопасным и качественным отдыхом, европейцам вовсе не обязательно уезжать так далеко. Андалусия – один из самых желанных направлений испанцев для внутреннего туризма. На него приходится 70% от всего потока. Каждый четвертый бронирующий место отдыха в Испании неизменно выбирает Андалусию. Меры, предпринятые здесь для обновления туристической активности, обеспечения безопасности, продуманная маркировка, предоставление международного страхования для оказания медицинской помощи и потенциальной репатриации принесли свои плоды. Сейчас, к счастью, число бронирования растет очень быстро. Я думаю, мы скоро вернемся к нашим средним показателям. Около 20 миллионов путешественников к концу года, а в будущем году у нас будет более 30 миллионов, как и в 2019 году. Помимо вклада в восстановление туризма, ярмарка на несколько дней уносит нас в мечты о новых впечатлениях, о захватывающих экологически безопасных путешествиях. В выходные она будет открытой для широкой публики без необходимости представить отрицательный ПЦР-тест. Но маски и соблюдение безопасной дистанции обязательны.